Ты живешь обычной жизнью. Обычная, как все. Ты же ее знаешь, с ней бывает. Но ты не сможешь прятаться от правды вечно. Давай зайдем. Чарли? Чарли! Что происходит? Ты не поверишь, если я скажу. Боги Олимпа — это не миф. И от них у людей иногда рождаются дети. Их называют полубоги. Мы почти ничем не отличаемся от обычных людей. Но бывает, конечно, что отличаемся. Ты не такая, как все. Такая, как все? Как все из мира людей. Если я не человек, то кто? Я сам хотел бы это знать. Есть пророчество. Нам не нужны пленники. Убить всех. Ты должен понять, почему я это делаю. Зачем? Ведь мое мнение тебе не интересно. Ты не просто человек. Запомни это. Мальчишка умрет на каменном столе.